Мы приехали на гондолу, которая вот так вот, такие кабинки, которые везут на вершину горы, и оттуда будет обалденный вью на вот эту всю красоту, которая в округе, представьте. Такие нам дали билетики. Сейчас. И такой вью нам открывается. Вот такая высота, и мы еще поднимаемся. Посмотрите, как красиво. Заснеженные вершины. Посмотрите, какая вообще красота здесь. Это просто словами не описать. Посмотрите. Посмотрите, как красиво. Planes are supposed to be on top of the clouds. I don't know why. I have here. Did the airplane just leave without us? No. Well, I'm here for a week. Emma, why are you talking so loud? Why are you talking so loud? Oh, right. My ear popped. I see them. Who? I see them. Это большие окна, поэтому очень удобно все смотреть. I do. I see it. Смотрите, какая красота. Тут даже окошки открываются, чтобы можно было снимать через них немножечко. Я уверен, что внизу много потерянных айфонов. Если честно, если смотреть на фотографии, то можно подумать, что это фотошоп, потому что вот я вам снимаю реальное живое видео красоты, которая там вообще просто без фильтров. Вообще путь достаточно большой, мы вот это все время поднимаемся и уже проехали пару уровней, и пейзажи сменяют друг друга невероятным образом. Посмотрите, как красиво. Там при выходе с гондолы сразу такой небольшой магазин сувениров всяких, игрушечек и всего остального. А здесь, посмотрите на вью, и тут такой детский уголочек, чтобы они могли поиграться. И здесь есть места, это кафе, чтобы покушать с таким обалденным вью. Это такое кафе, представляете? Там еще мост, мы пойдем потом на тот мост посмотрим. Вот, посмотрите, как красиво в окружении гор.
вот я сейчас стою, а кто-то доходил на том углу, и на том краю, вернее, и оно шатается очень сильно. Ну, классно-то как! Посмотрите, как здесь невероятно красиво. Вот здесь такая красота, красота, горы, горы. Сейчас я вам что-то покажу. Посмотрите, они лампочек понавешивали. И они еще и светятся. So cute! Эти лампочки меня очень сильно умиляют здесь, если честно. Посмотрите, как красиво среди леса на вершине горы почти в 2000 метров. Представьте. А там идет какая-то стройка или что-то такое. Что-то копают. Идешь, идешь по лесу и находишь своих детей. Где-то там. А здесь снег лежит. Так что в British Columbia снег есть. Это мы проверили на своем опыте. Ага. Which mountains did you see? Did you see those ones, Emma? I don't know. Garibaldi, wow. Посмотрите на вот эти лампочки. Я просто в диком восторге от них, серьезно. И они по всему периметру, по всем этим trails идут, hiking trail. А вот так посадка идет сверху. I see a boat.